Когда дочка внучек привозит, всегда пирожки пеку. Было время, мне мамины пирожки долго снились. Во время войны, когда немцы пришли, я одна осталась. Мне 7 лет было. Голодала я тогда. Всю зиму картофельными очистками перебивалась. Немцы выбрасывали, а я собирала. И все о маминых пирожках мечтала. Бабушка! Дочь, убери телефон. Да, мам, сейчас. Так, сколько раз я говорила, что за столом мы не играем в телефон? Ну, мама, отдай! Это уже совсем немножко осталось. Отдай, мам! Дети разных поколений ценят разные вещи, по-разному видят мир. И трагедии у них разные. Но победа